Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Денис Кочерга. И сегодня мы поговорим об очень интересном моде на Need for Speed Underground 2 под названием No Limits. Да, есть такая игра на Android No Limits, но это совсем другой проект. В интернете я вообще не мог об этом проекте ничего найти, но суть не в этом. Суть в том, что я хочу показать, в чем крутость этого мода. Поэтому приступим. Я скажу, в чем разница этого мода. В чем преимущество. Так, ну, во-первых, я скажу, что тут очень классно выглядят модели машин. То есть они не просто там какие-то наложенные текстуры, они выглядят реально очень круто для своего времени. Хоть и игра старая, но поверьте, играть с новыми тачками и это уже, видимо, минус мода, я с этим ничего не могу сделать. Это все очень печально. Так. Хочу вам просто продемонстрировать этот мод. Хотя он... Ну, я не знаю, пока точно не могу сказать с уверенностью. Может, на жестком бы диске бы он чувствовал себя комфортно, просто не на диске установлена игра, а на съемном носителе, поэтому вот так выглядит все очень круто, согласитесь. Для дополнения я музыку отключил, чтобы не было, ну, чтобы слышно было звук машины, поэтому, что все было очень круто, вы ощутили, поэтому. Вообще, я очень кайфую, я играю сейчас на джойстике, и Lamborghini просто бомба, чума. Да, есть кое-какие недочеты в моде, но ради машин, поверьте, стоит поиграть. Ради машин. Ради крутых тачек. Так, мы уже выехали, получается. Нет, в город я не хочу, потому что я хочу покайфовать и посмотреть, сколько она выжмет. Кстати, она не затюнингована, поэтому она, как сказать, ну, стандартная, в общем. Тут даже нет азота. Так, все-таки я в город выехал, это плохо. Ну, сейчас вроде бы стабильно все шло, но кто знает, поэтому... Я просто уже немножко подзабыл район, где у нас именно трассы. Вот, по-моему, трасса. Ну, она даже сама хорошо едет. Не как в Most Wanted, конечно, но... Тачка офигенная. Ох. Я даже не могу определить, что это у нас. Ну, такие глюки иногда, конечно, бывают, но твоя машина, по крайней мере, не исчезает. Только не пойму, что... Я скорость сбрасывал, непонятно. Ух ты, блин! Было жестко. Я бы сказал. Сейчас попробуем выжить. 250, да, почти. Да, было 250 на стандарте. У нас как бы такой маленький тест-драйв мода, я бы сказал.
Воу-воу-воу-воу, полегче, парни, полегче. Не, ну я люблю Lamborghini, особенно в модах. Есть моды так себе, но этот мод прям офигенный. Прям вот, знаете, вот чувствуется, как будто оригинал. Ты играешь и не ощущаешь, как будто это, ну, как будто это стандарт, как в Most Wanted. Поэтому все выглядит очень круто для мода, я бы сказал. Попробуем еще другую, конечно, тачку протестить. По-моему, мы выехали. Не с той стороны или с той? Нет, с той, все правильно. Только я не знаю, к автосалону мы приехали. Да, к автосалону. А, повезло. Ну да, я же хотел показать, что за тачки тут. Так, есть Audi. Бэха. Ну, Nissan и остальное все фигня. Это было в оригинале. Тоже фигня. Вот также присутствует Бэха. Феррари. Nissan GTR. S2000. Ford. Ford фигня. Также Lancer существует. Audi R8. Она у меня в гараже. Bugatti Veyron. Camaro. Mustang. Skyline у меня тоже там в гараже. Ревентон тоже у меня в гараже, поэтому можно возвращаться в гараж, в принципе. Протестим другие тачки. Ну ладно. Бывает такое. Ждем. Бывает. Так, ну вот эта тачка мне совсем не понравилась, поэтому она так себе. Сейчас она появится. Так, Ревентон. Ну, Ревентон мы оставим на потом. О, да! Это тачка человека, которого я... Для которого я записывал видео. Сейчас она увидит улучшенную новую версию своей машины, которую она так хотела увидеть. Да, она будет резвая. Очень резвая. Так, погнали ее тестить. Подождем. Да, она будет супер, я чувствую. Ох ты, блин, офигеть скорость. Офигенная просто скорость для прокачанной тачки. Тестим, тестим и любим. Бывает. Ай-яй-яй-яй-яй. Столкнулись мы с пареньком. Не знаю, туда поехали или нет. Нет, не туда.
Поехали обратно. Блин, не на ту трассу выехали, ладно. Бывает. Такс. Ух, как же тяжело ехать, когда ее заносит жестко. Ее, в принципе, в оригинале заносило. Ладно, ничего. Так, ну до 250 аж быстро разгоняется. Почти по 270, по 280, 290, охренеть, почти 300, ёкаламане. Это офигеть, она по 300 прёт. Воу, а что-то я не заметил, что она встречку выехала, ну да ладно. Бывает. 305 километров, охренеть. Вот эта скорость была. Жесткая скорость была, я бы сказал. О-о-о-о-о-о-о. Только не глюки, только не глюки. Почему? Отвисай. Надо потом другую тачку попробовать. Тест-драйв сделать. Еще одной машины. Сразу говорю, если будет глючить игра, это недостатки мода. Это, я же говорю, его, видимо, надо ставить на жесткий диск, а он был на съемном носителе. Поэтому, может, из-за съемного носителя глюки. Я не знаю, ничего не могу сказать. Просто мне захотелось протестить это дополнение, и оно крутое, реально. Если бы я не проходил игру оригинальную до этого, я бы на этом моде бы прошел еще раз игру. Ладно. Посмотрим. Да, звуки меня радуют, реально офигенные звуки. Тачки. Да что мы бьемся постоянно, а? Ладно. Попробуем другую машину. Так, ну Skyline, в принципе, ничем не отличается от Skyline, что в оригинале. А вот Ревентон, она, конечно, отличается. Ревентон. Ревентон. А ну-ка. Сейчас посмотрим. Ну да, она прет, конечно, так себе. Хорошо прет, если честно, по 200 с чем-то уже без прокачек. Да, она мощная, даже без прокачек, 250. Хорошая машина. Сейчас посмотрим, сколько она выжмет. Ну да, в основном 250. Да, 255 максимум. Точно. Блин, это было близко.
Но в основном, вот что я могу сказать, мод мне очень понравился. Я, конечно, не видел другие моды, но вот этот мод, он включает хорошие тачки, и главное, что не вылетает. То есть, ну вот ты едешь, да, и нету вылетов таких сильных, как, вы знаете, бывает, San Andreas моды ставишь, Vice City, там вылетают, ну, очень по-страшному, что GTA 4, та же 8-го года, там такие вылеты страшные были. Но единственное, классный мод был на GTA 4, это финал мод. Я потом скрины обязательно в контакт залью, поэтому следите за новостями. А так, конечно, мод, ну, очень нравится, очень крутой. Вот знаете, вот если играть в 2019 году в такой мод и с высоким ну, расширением, то, блин, я скажу, что классно будет вспомнить такую классику. Это реально просто, просто класс. Реально просто класс. Ощущения совсем кайфовые, другие. И поиграть в игру с новыми ощущениями, с новой графикой, это реально круто. О, даже вот сохранены вид от первого лица. Тоже все выглядит классно. Я думал, капот будет исчезать. Не, нифига. Капот не исчезает. Все выглядит... Отвлеклись, называется. Все выглядит так же, как и в оригинальной машине от Lamborghini, поэтому... Да что ты будешь делать, а? Ну, в общем, если читать как вот отдельно интересный проект, то... Ну... Игра практически к десятке идет. То есть... Ну, такая твердая восьмерка из 10. Чистый мод, офигенный. А, музыка оригинальная сохранена, это хорошо. Русская озвучка также сохранена. И ролики также сохранены, поэтому... Ну, неплохой мод. Мне очень понравился. Я тоже советую тем, кто хочет вспомнить старушку Underground 2, поставить мод и насладиться с новыми тачками. Это просто реально очень круто. Я надеюсь, многим фанатам NFS-ки заценят, понравится. Да, есть там глюки, косяки, вот как с машиной, но что поделать, не все идеально в нашем мире, и мод, он, ну, сделан реально круто. Дарит новые ощущения к игре. Покайфовать можно. Я просто почему молчу? Я пытаюсь вам просто показать процесс. Сам звук и сам процесс. Что это очень круто. И, кстати, если я не успею, я хочу всех своих участников клуба Казоку и всех участников моего канала поздравить с наступающим Новым годом. Ребят, я очень вас всех сильно люблю, я поздравляю, желаю вам удачи, побольше денег, успеха, кто работает. Ну, и вообще много всего. Встретить свою вторую половинку, если не встретили, а если встретили вашего хорошего будущего. Ну, в общем, вы поняли, там процветание, счастье и все в таком плане. Поэтому желаю вам всего лишь только хорошего и добра. Поэтому я с вами. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я буду стараться снимать интересный материал, который смогу. О, как забавно тачка подлетела. Ого, чувак! Аллилуйя! Да-да-да. Нравится... Ой, господи. Лаурайдеров напоминает из Сан Андреас, такая фигня. Ну, короче, как-то так. Вот. Поэтому думаю,
Вы все меня прекрасно поняли. Надеюсь, вам это видео понравилось. И не все вы знаете о таком крутом моде на Need for Speed Underground. Повторюсь, он называется Need for Speed No Rivals. Поэтому смотрите, наслаждайтесь. Надеюсь, вам понравится. А мы будем, как говорится, время не вечно. Будем заканчивать с вами этот обзор. Поэтому, ребята, кому понравилось, подписывайтесь. И всего вам хорошего, ребята. Давайте всего хорошего вам. И до свидания. До новых встреч.